Андрей, но кроме того, что мы посмотрели, в каком состоянии культура, я так понимаю, есть еще ряд правил, на которые нам следует обратить внимание при подготовке к обработке, к диссекации непосредственно. Да, мы анонсировали 5 правил, да, и первое правило – это вот как раз внешний вид культуры и показатели влажности, что мы сейчас и определили, да. Несомненно, очень важны погодные условия, и это второе правило – нужно соблюдать погодные условия. Температуру, скорость ветра, влажность воздуха. Андрей, при какой же все-таки температуре следует нам обрабатывать и проводить обработки? Это, во-первых. И, во-вторых, насколько я знаю, что все дикваты гораздо лучше работают при яркой солнечной погоде. Действительно ли это так? Да, абсолютно справедливо. Рабочая температура для дикватов находится в пределах от 10 до 25 градусов. Оптимально, конечно, 20-25. Солнечный свет, да, это тоже важно, потому что дикваты-ионы – это фотоиндуцируемые соединения, и на ярком солнечном свете процесс диссекации происходит быстрее. Что ты тогда скажешь по поводу ветра? Судя по всему, солнце у нас есть, температура, как показывает практика, более-менее подходящая, но скорость ветра, на мой взгляд, немного великовато. И, во-первых, во-вторых, как мы можем ее померить? И опять же, насколько влияет на качество обработки влажность воздуха? У нас есть прибор, анемометр, который нам в этом и поможет. Он покажет нам влажность, покажет температуру и скорость ветра. Так, я человек неверующий, поэтому будь добр продемонстрировать. Он настроен на скорость ветра, поэтому предлагаю начать со скорости ветра. Ветер порывами, но прибор показывает, что скорость сейчас в пределах 2 метров в секунду, что соответствует требованиям. Скорость ветра не должна превышать 3-4 метров в секунду. Со скоростью ветра все в порядке. Следующий параметр – это температура. Температура воздуха 13,4. Андрей, ну температура довольно-таки низкая. Как я понял, оптимальные границы – это от 10 и до 25 градусов. Сейчас мы находимся ближе к минимальным температурным границам. Чем нам это грозит? На самом деле, да, рабочая температура от 10 до 25 реглонов. Величина температуры определяет скорость процесса. Чем температура выше, тем диссекация происходит быстрее. Чем, соответственно, температура ниже, тем диссекация идет несколько медленнее. Поэтому повлиять это может только на скорость процесса. Скажи, на скорость процесса отыграет как-то влажность? Влажность воздуха, ты имеешь абсолютно в виду? Абсолютно верно. Да, это также очень важный параметр, и мы в своих рекомендациях говорим, что оптимально влажность воздуха должна быть в пределах 60%. Сейчас мы посмотрим на анемометре. Сейчас влажность составляет 54%. В принципе, это показатель приемлемый, близкий к оптимальному. Ну что, насколько я понимаю, судя по показателям, и подсолнечник, и погодные условия нам говорят о том, что уже сегодня мы можем проводить обработку.